Река выведет нас прямо к монастырю. Итак, всем привет, ребята! Мы продолжаем играть в Дрейка! Дрейк, собака, какая же это крутая игра, блин! Поехали! Ай, хорош, Леночка, чё творишь? Я забыл, как газ нажать. Так, всё, стоп, всё, вот так, поехали. И глава называется «Вверх по реке», поэтому будем действовать очень быстро, пробираться сквозь воду, так сказать, потому что у нас он захлёстывает рекой, но мы супер крутые с Леной, поэтому быстро. Лена, не тормозим. Дрейк, молодец, быстрей. Все четенько проходим препятствия, от бочек уворачиваемся, иначе если мы на нее нарвем, может произойти вот так. Кто-то стрельнул, ребятушки, Что-то мы слишком быстро разошлись, надо аккуратненько здесь притормозить, отдышаться и дать возможность Дрейку восстановить здоровье и Лене в том числе. Итак, нам бочки не помеха, река для нас это наша, так сказать, стихия. Потому что уже сколько мы всего пережили, и разные падения, и разные прыжки. Ну а река уже это для нас, так сказать, ничегошеньки страшного. Поехали. Главное объезжать бочки. Лена меня поддерживает сзади, если что, у меня есть пистолетик сзади. Но я думаю, здесь можно даже не стрелять. Ага, подожди, нет, наверное, придется, ребятки, пострелять по ним, пострелять, потому что они нам мешают. Так, давай сделаем ради эффективного, так сказать, изображения, когда у нас все круто. Так, стоп, мы куда-то нас носит. Хорош, ты чё, блин? Лен, спрячься, а? Чё, я вот так спрятался. Ленку там видно, наверное, это сзади сидит. Так, отплываем. Лен, давай, твой выход. Чё, ближе подплыть, что ли? А по-моему все, Ленка сняла его. Итак. Ай, ё-моё, как тут проплыть? Я думал все. Думал все на бочке. О, вот здесь, вот тут мне нравится. Полюбасу. Ба-бам, полетели. Ой, хорошо, Лена. Лена, хорошо, молодец. Хорошо сыграла здесь. И вот сюда пальнем, чтобы он не закидывал нам бочек много. Сами оплывем. И вот к этому чувачку мы придем. Ребята, здорово. А точнее, пока, все, ты наигрался на этом, все, хватит, поехали дальше, плывем. Ну все, вроде бочки закончились. Хорошо. Пробираемся. Никакие водопады нам не помеха. Лена, давай, у нас все получится. Ой, вот опять кто-то бочками закидывает. В общем, бочки по реке это не просто так, это пацаны все на нас кидают, эти бочки. Им даже не жаль столько бочек и столько там горючего, и что внутри там, так сказать, взрывоопасное. Нормально идем. Кстати, вон пули сверкают там, мелькают над нами. Но нас ничего не сломит. Лена, идем. А это что, бочка взорвалась? Так, быстро. Ой, вот здесь надо аккуратно, ребята, аккуратно. Да иди ты нафиг. Ай. Лен, давай, Лен. Держись. Так, уйдем обратно. Уйдем, потом мы сейчас на них вернемся. Мне кажется, вот здесь еще один чувачок какой-то стоит. Так, тормози. Куда, блин, совсем далеко уехали. Ладно, надо развернуться так, чтобы аккуратненько объехать вон ту бочку, которую на нас только что скинули. Где она? О, нифига себе, он там еще фигарит. Это уже не бочка взорвалась, это кто-то стрельнул у нас очень сильно. А кто, ребята, подскажите, кто там стреляет? Так, вот этот, наверное, да? А, точно, на. Следующий. А, и тут бочка, по-моему, нет? Или это он уплыл? Он уплыл. Тело его утащило рекой. Так, идем. Вот здесь прячемся. Лен, давай отдышимся маленько. А вот сейчас пора. Ай, да что такое? Все. Да, блин, все, уплыли.
Давай еще газку. Сносит рекой вообще жестко. Попади, Лен, попади, главное, в него. Есть. А еще один. Нормас, нормас, хорошо, Лен, стреляешь. Ой, ты чувачок. В общем, это твой последний, по-моему, выстрел был. Да, я был прав. Итак, пробираемся. По-моему, мы всех уже здесь перебили. И я думаю, что это уже финишная прямая. Хотя, кто его знает, может быть, река эта длинная и бесконечная. Главное, чтобы еще... О, вот здесь уже тихо, тихо, вода становится тише. Итак, итак, мы выплываем куда-то в какую-то гавань или что это здесь. Водопады огромные. Огромные водопады. И мы приплыли. Да, да, вот как раз пирс, выход здесь. Все нормально, нормально. Лен, молодец, дай руку. Нормально? Ладно. Пойдем выясним, что тут происходит. Итак, ребята, до следующей встречи. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И будьте с нами, будем играть еще в разные игры. Все, всем удачи и пока.